внимание на экраны, на наши демонстрационные вешалки выйти модную блузу, так еще и с капюшоном. По цене снова абсолютно невероятный. 1290 рублей. Номер лота 86778. Ну и давай с тобой разберем, как интересно дизайнер... Ой, ну даже слова у меня заканчиваются, глядя на такое очарование. Посмотри, какое мерцание. А ты посмотри, сколько его здесь по всей передней поверхности. Мы с тобой видим, а сверху донизу великолепное мерцание. Мало того, что у нас с тобой здесь принт купонного полотна, но он еще украшен и стразами. Цветы, конечно, всегда в моде. Вензеля – это также актуальные статусно, рисунки. Да, выглядит дорого и статусно. Также мне нравится, что у нас опять же с тобой здесь сочетаются две ткани. Так. Как это здорово, что сегодня наши модельеры стали сочетать, казалось бы, раньше несочетаемое. Mm-hmm. То есть здесь мы с тобой видим прекрасное эластичное полотно, которое хорошо тянется. Так. И тут же вместе с этой плотной, приятной тканью, которая называется масло. На маслом она называется именно за то, что она действительно скользящая, шелковистая, струится, да. Эластан в составе также помогает нам почувствовать комфорт. А вот рукава, обратите внимание, это шифоновые, полупрозрачные. Манжета, кстати, эластичная, тянется. И сразу мы с вами проверяем не только эластичность самой манжеты, но и эластичность шифов соединения. Ага. Ведь шифон у нас с тобой не тянущийся материал. Но при этом, обрати внимание, насколько качественно, это очень важно, чтобы манжета тянулась вместе с эластичностью ткани. То есть это опять дизайнеры придумали все для того, чтобы вам, милые дамы, были комфортно. Особенно, что у нас есть хороший размер с 50 по 58. Состав, Аня сказала, входит у нас хлопок и спандекс. То есть это опять дышащие свойства и при этом очень практичные. Но самое главное, что сегодня модная блуза. Действительно очень модная, с такими эклектичными решениями. Сочетаем и не сочетаем, казалось бы, раньше это было. А вот теперь все мы сочетаем, тем более цена сегодня всего 1290 рублей. А вот рекомендованная ранее цена в 3000 рублей сейчас временно растаяла и появилась приятная очень выгода в 1700 рублей. Скажи, пожалуйста, Ань, куда нам носить такую блузу? С чем? Ну, обрати внимание, как сегодня выглядит наша модель. Согласись, в таком варианте можно пойти на работу. Можно. Можно пойти на встречу с друзьями, можно пойти в бар, потому что сегодня такие модели приветствуются как в городском стиле, так и в спортивном стиле. То есть здесь будет уместно и юбка, и спортивные брюки также здесь будут хорошо смотреться. Что касается обуви, также прекрасно будут смотреться разные стилистические образы. То есть шпилька, да, пожалуйста, но и кроссовки в то же время к нашему сегодняшнему предложению подойдут идеально. Вот это действительно здорово. То есть наша Ира сейчас надела действительно классический такой полукоктейльный вариант. Роскошную юбку, миди, туфельки. И вот накинула такую блузу. Но при этом она может пойти домой переодеться в джиггинсы, надеть слипон или кроссовки и сделать спортивный вид. А мне еще нравится очень красивый нежный капюшон, который, да, вот как платок можно. Легкий и воздушный. Ой. Действительно. А посмотри, какой он глубокий. Он действительно функциональный. Вечером, представляешь, пройти на прогулку. Но на променад или наоборот, днем, когда светит яркое солнце. Шикарно. Номер лота 86778. Цена 1290 рублей.